худеющих под рукой всегда должен быть такой список. Помидоры, огурцы, грибы, белая нежирная рыба, цитрусовые. Овсяные хлопья, макароны из твердых сортов пшеницы, фасоль, цельнозерновой хлеб, яблоки. Обезжиренное молоко, чечевица, грибы, ягоды, салатные листья. Нежирный творог, куриные субпродукты, морепродукты, окунь, тунец. Чистая вода, оливковое масло, миндаль, льняное масло, авокадо. Овощи и фрукты, которые хрустят, пока вы их едите. Яблоки, морковка, болгарский перец, сельдерей и тому подобное. Взбитые молочные продукты без сахара, фруктовые, пюре, нежирный куриный паштет, сочные ягоды. Зеленый чай, апельсиновый сок, разбавленный водой, брусника, ягодные морсы и лимонады без сахара, сельдерей и сок из него. Бананы, обезжиренные молочные продукты в пол-литровых упаковках, зерновые хлебцы, орешки, сухофрукты. Нежирный сыр, диетический творог, белая рыба, бобовые, яичный белок. Черный шоколад без добавок. В составе должно быть указано не меньше 75% какао, финики, помидоры, оливковое масло, орехи. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. Всем мир!